что, все готовы? Да, капитан. Земля, прощай. В добрый путь. Не хочется. Да, наверное, так тоже очень необходимо. А это что за остановка? Благой или Поповка? Всем привет. У нас очередной сплав. Вторая попытка. Мы практикуем ремесло гребления веслом. Сегодня мы сплавляемся по речке Жиздра, которая находится в Калужской области. Стартовали мы почти от города Козельска, чуть ниже. И плывем вниз по течению. Сегодня у нас все получилось комом. Еще две байдарки у нас где-то на подходе. Мы их сейчас должны будем ниже по течению встретить. И пойдем опять почти тем же составом. Один плывун у нас поменяется только. Мальчик на девочку. Дюны песчаные. И кто-то там прошелся, оставил следов своих. А? Из Козельска. Так еще 3 дня. Thank you.
Сначала руки, потом колени. Ну вот практически и подошел у нас к концу второй день нашего сплава. Мы прошли на сегодня уже где-то около 35 километров. Завтра нам предстоит пройти еще километров 10, наверное. И мы, в принципе, финишируем. Сейчас остановились на ночевку. Вот в таком вот месте. Вот они, наши лодки. У нас тут рядышком остановилась еще группа туристов. Они на лодках, на байдарках. Решили прям встать на пляже. Ну, а мы встали вот так в кустиках. Макароны. Макарон. Курва. Ах ты, курва! Ha ha ha.